Приветствую вас, мои дорогие, любимейшие собратья по секте. В высшей степени награда видеть вас здесь и сейчас, рядом со мной, спустя почти 3 года создания этого канала. А ведь так и есть. Через пару месяцев этому каналу исполнится 3 года. И в честь этого события и во имя воспевания отсутствия идей, я решил, так сказать, понять свой путь. По правде говоря, я уже просматривала свои старые видео, но я не мог не поделиться этим всепоглощающим стыдом с вами, так что не будем медлить, начнем же. Вообще, изначально на этом канале должны были выходить только спидпейнты, но мы не будем их смотреть, так как это не очень интересно, правда там неплохая музычка, поэтому посмотрим мое первое видео с голосом. Господи, старое интро, кривое, косое, оно такое по-доброму родное. Привет, ребята, это будет довольно милая анимация, потому что просто хочу немного с вами поговорить. Короче, сижу я такой, ничего не делаю, как обычно, и тут... Ну, спасибо, конечно, но мне не было чуть больше недели, и я вообще не представлял, что происходит у меня на канале. О, маленький Юрочка радуется 11 подписчикам, создал канал, чтобы убежать от травли и одиночества. Эх, мой голос 13... Хотя он не особо поменялся, будем честны. Кстати, насчет моей старой модельки и, в принципе, старых рисунков. Я ведь действительно считал, что это выглядит неплохо. Кто-то считал, что это выглядит неплохо. Кто-то поверил в меня тогда. И я супер счастлив. Ну что ж, немножечко разогнались, теперь можно перейти к мякотке. Мои кризики на Хидеки. Да, я криво рисовал, я криво снимал, я криво анимировал, но при этом критиковал. Я просто гений. Кстати, вообще помните, кто такой Хидеки? Вы вообще помните YouTube пару лет назад? С Хидеки, Хаски, Дэвил Шугар, Еви. И в противовес им, ими друзья-красавица, Конан Санс, аниматор Ляпа. Эх, я скучаю. Те, кто варился в этой тусовке критиков, сейчас понимают и ностальгируют. И я был в их числе, даже снял свою... критику. Эх, мои дисклеймеры из жопы. Время идет, я не меняюсь. Приветик. И да, я опять поменял свои рисовки, и теперь выгляжу как 30-летний наркоман с женским голосом. Ну да ладно. О, эта моделька, под какую ультрафиолетовую лампу тебя поставили, что ты так скукожился? Даже на прошлую модельку было менее больно смотреть. Что случилось с моим стилем, почему его так жмыхнуло? Типа, это что, сосок? Я не знаю. Про голос отдельная тема, он стал еще больше похож на какую-то аниматянку. Что произошло? Хотя, возможно, в этом и есть секрет успеха. И сегодня у нас кое-что новенькое для моего канала, а именно критика Хидеки. А вот тут я ставлю визуальный прикол, хотя все это видео сплошной визуальный прикол. Но справедливости ради, мне нравится фон, и я его рисовал сам. И я даже сейчас фоны не рисую. И я был так силен. Но вот только я не сразу понял, что на ней написано. Но давайте примем это за то, что там написано «Кушайте больше огурцов, ребята». Как знал, слушайте, что подхватит диабет и будет сидеть практически на одних огурцах. Хотя огурец, походу, только в жопе вырос. И ты не можешь оправдать это стилем, так как ты начинающий художник, у тебя не может его быть. Ты ж моё золото. У тебя-то очевидно есть стиль с очевидно выраженным вкусом говна во рту. Могу посоветовать автору изучать тему «Светотень». Господи, «Светотень», «Светотень», чувак. Чувак, учи «Светотень». Ладно, я не могу больше. Перейдем к чему-нибудь более новому и более адекватному. Всем привет, ребят. И я в прошлом видео просила задавать вопросы, на которые отвечу в этом видео. И первые вопросы от Натальи Писаревской. Опа. Аск, сейчас сравним. Сколько тебе лет? Мне 13 лет. Пока что лицо. Я пока что не готов к этому. Сколько бы ты хотела подписчиков? Ну, я в начале своей карьеры на Ютубе думал, что у меня будет 10 подписчиков, но у меня почти 100, и я рад этому. Итак, мне 15 лет, лицо я на стримах показывала, но без маски нельзя, Ютуб по попке надает, и подписчиков я... хочу, не знаю сколько, мне главные ваши комментарии, ваше внимание, и неважно сколько вас, я люблю вас, вы же моя семья. Следующие вопросы от Сэндикс. Тебе нравится снимать видео? Нет, заставляю себя через силу, и именно поэтому их снимаю, потому что они мне нравятся. Ну, ладно.
Есть домашние питомцы? Да, у меня есть кот Тима. Дальше. Го дружить. Конечно, го. Если вы хотите со мной подружиться, то под этим видео, под своими следующими, будет ссылка на мой инстаграм. Пишите, я не против дружить с кем-то. Все больше понимаешь, что время идет, а я не меняюсь. Даже кот у меня все тот же. Так ты девушка или парень? Я хлебушек. Знаете, этот ответ самый точный на поставленный вопрос, потому что какой пол? Я и божественное существо, бесполое и бесконечно вечно. Парни, девушки, все мы в первую очередь люди. Итак, здесь мы закончили с интересным, дальше идет другой аск, который снимался чуть попозже. Первый, как бы ты описала своих друзей одним словом? Я даже не знаю. Друзей у меня довольно много, и как-то одним словом их описать не думаю, что получится. Много у него друзей. Да, канал мне помог найти достаточно людей, чтобы переписываться с ними в интернете. Но, чтобы вы понимали, образец меня в 13 лет – это один друг в школе, который потом переехал, и я, сидящий, рисующих мертвых одноклассников. Группа «Анонимный шипер». Да, я помню. Мы так и не начали делать то, для чего эта группа вообще была предназначена. Хотя, возможно, ты начала, но я не знаю. Кстати, я вообще не помню, что это за группа, для чего она была предназначена, и мне страшно, я что, опять тогда создал секту? Еще одну? Боже, какая веселая у меня жизнь, просто живешь и создаешь секту. Мне нравится. Как познакомились с Мисс Лайм? Мы учимся в одной школе, скажу даже больше, мы учимся в одном классе. Боже, Мисс Лайм, моя сладкая булочка, мы до сих пор дружим, кстати. Правда, она хочет меня убить порой, но мы любим друг друга. Ну что ж, то, что было дальше, это уже новейшая история. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что досмотрели до этого момента, если вы досмотрели. Спасибо тем, кто давно со мной на канале, тем, кто недавно. Он многое мне дал. И я очень рад, что не забросил, и что вообще решился его создать. Всем пока. Я вас люблю.